Совещание началось с награждения участников конкурса госкорпорации «Росатом». Сертификаты за лучшие практики инициативы социально-экономического развития города получили Анна Королева, Юлия Кожар и Ольга Романова. Победителей награждал представитель информационного альянса «Атомные города» Андрей Штер. Помимо этого, Вячеслав Сидунков получил благодарственные письма за оперативную ликвидацию аварии системы водоснабжения в январе. Далее руководители обсудили ситуацию в городе. Инженерная структура города эксплуатируется в нормальном режиме, нарушений ограничений потребителей нет. Продолжается расчистка придомовых территорий. Дороги посыпаются, безопасность жителей остается под контролем. По данным медсанчасти, возросло количество заболевших ОРВИ. Диагноз грипп не выставлялся. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.